Договор технологического присоединения считается незавершенным, если обязательства по нему не выполнены одной из сторон. Заключая соглашение, его участники берут определенные обязательства. К примеру, энергетики должны построить сети, потребитель – произвести оплату, установить прибор учета в точке подключения и прийти в центр обслуживания потребителей для подписания завершающих документов и так далее. Сетевая компания свои обязательства выполняет, так как у нас в городе одна из самых развитых инфраструктур сегмента энергетики. Однако нередко случается нарушение договорных обязательств со стороны потребителей. Бывает так, получив техусловия, человек не приходит для завершения процедуры. При этом неизвестно, подключился он к электрическим сетям или ему не нужна заявленная мощность. Энергетики подчеркивают, чтобы завершить процедуру технологического присоединения, необходимо подписать три документа – акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Если этих документов нет, договор технологического присоединения не исполнен, а это может привести к судебным тяжбам по исполнению или расторжению договора в принудительном порядке. К тому же придется возмещать сетевой организации судебные расходы по делу. Чтобы этого избежать, процедуру техприсоединения необходимо завершить. Если у потребителя на руках договор техприсоединения с неисполненными обязательствами с его стороны, у него два варианта. Первый вариант. Если мощность для него ему необходима, она востребована, то он обращается с заявлением в центр обслуживания клиентов, что все технические мероприятия, предусмотренные техусловием, выполнены. Соответственно, приезжают специалисты Кубанинерго и выдают документы на подключение сопутствующие. Если этот договор уже не актуален, то он обращается с заявлением в свободной форме, где говорит или просит нас расторгнуть этот договор в досудебном порядке. Энергетики поясняют, расторжение договора вовсе не означает, что впоследствии вы не будете иметь права на подключение к электрическим сетям. В любой момент вы можете подать заявление и получите новые технические условия. По вопросам техприсоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей. Они есть во всех районах города. Адреса и телефоны на нашем сайте fkt.com.